Какой? Работаю в поле, являюсь членом УИК Казани с правом решающего голоса и этого и прошлого созыва. Вопрос такой: планируется ли постепенный переход от нынешнего дурного фарса к проведению реальных выборов с определением реальных предпочтений избирателей? Ну, речь о... Что такое дурный фарс? Ну, это тогда, что... Выбор это он, не он, от это, того, как проголосовали, а от того, как подсчитали. Это он так считает, да. Вообще, вот это его вопрос, он нас сильно озадачил, да? Он уже говорит, давно работает, является членом УИК. Значит, все изнутри знает. Да, все изнутри знает, да. Как организатор, вот он же как организатор, член, кто такой член комиссии, да? Член комиссии – это организатор, значит, голосования по дневнику, да? Он участвует в работе этой участковой комиссии. И тем более он руководствуется, как член избирательной комиссии, да, он руководствуется законом. И не только законом, он не только должен руководствоваться, он должен исполнять, обязан исполнять полномочия, возложенные законом. Он несет, значит, правовую ответственность. Если ему, как вот члену комиссии, известны факты, вот такие факты нарушения закона, он должен был давно сообщить об этом. Кому? Вышестоящему, вышестоящей организации. И если УИК, если член УИК, он должен сообщить это, значит, территориальной комиссии, чтобы предотвратить, тем более он говорит, очень долго работает, это незаконное деяние и наказать неправомерные действия. Поэтому ведь члены УИК тоже сами несут они и административную, и уголовную ответственность. Мне кажется, этот вопрос он требует с ним отдельного детального разговора и конкретного разбирательства. Я с ним готов встретиться. С удовольствием выслушать. В самом деле, может быть, у него есть какие-то там какие-то полезные предложения. Да. Вот для меня, вот, то, что член УИК задает вот такой вопрос, конечно, немножко как-то вот, ну,